свой репортаж в 5 километрах от Новороссийска. Я, Михаил Гребенщиков и мои друзья наблюдаем аномальное явление. На нас надвигается великий шторм. Великий шторм, великий смерч. Его зовут Мачумба. Мачумба приходит раз в 15 лет. Сейчас происходит эвакуация жителей. Люди убирают побережье своей машины, потому что последнее пришествие Мачумбы было необратимо. Мачумба мигрирует по Черноморскому побережью. Последний раз Мачумбу увидели 15 лет назад в Сумах. Сегодня Мачумба приближается к Новороссийску. Это войска МЧС.
1, 2, 6, 5.